Итак, самое-самое доброе утро мое сегодня, 6 ноября 2011 года. Начинается вот с такого красивого ягуара. Я не знаю, какого года он производства. Ну вот такая вот красотулечка. Сегодня в Винтерпарке. Здесь выставка старинных машин. Я уже попадаю... Это, по-моему, уже моя 10-я выставка вот таких вот машин. И вот здесь вот куча вот писем и всего прочего. Все связано с этой машинкой. Подходи и смотри. Итак, вот она какая красотка. Или это мальчик, или это девочка. Вот еще какая-то машинка, я не знаю, что это такое, какой-то год. К сожалению, не написано. Может, где-то и написано, но у меня, если честно, даже нет особо времени читать все это. Ну, пупку надо, конечно, показать такую красивую. Во всей красе, потому что это, конечно, сказка. Жалко, что не написано большими буквами, какой год и марка машины. Ну, поэтому уже это. Кому надо, тот пусть уже сам разбирается. Это Owner Steven Match. А чья машина, я не знаю, честно. Ладно, пошли дальше, потому что тут так много машин, и опять я заряжала все свои батарейки. И опять они у меня не зарядились. Всю ночь батарейка заряжалась, и все это было бесполезно. Дальше. Номер 4. Это что-то связано с Великобританией, по-моему. А, вот написано. 53-й год, Jaguar. Jaguar XK Special. Вот так. И вот, по-моему, хозяева сидят. Класс. Hello. It's your car? Wow, I like it. Супер машина, вообще обалденная. Ай, какая прелесть. И вот дяденька в кепочке, он хозяин этой машинки сидит. Супер. Так, ну пока я прохожу, я, конечно, уже покажу и вот это. Я не знаю, это что-то современное, новое, пусть они не дурят нас маленьких. Тут, по всей видимости, они рядом со старыми машинами, они продают новые. Ай, какая машинка. Сказочная. Ну, красный цвет, конечно, это машина. Это всем машинам машина красная. Excuse me? Вау, какая красавица. Вот оно, что здесь внутри творится. Зеркальце такое малюпусенькое заднего вида, совсем крошечное. Ай, какая прелесть. Итак, это у нас что, тоже Jaguar? Jaguar. Дяденька, иди. Я не знаю, что-то тут флаг этот Великобритания. Is it Jaguar? Jaguar. Mm-hmm. Do you know what's year? I'll tell you right here. 55. Ага, thank you. Mm-hmm. Это Jaguar 55-го года. Вау, какая красотулечка. А ну вот же он этот, вот же он мальчик. Вот он в полете, а я что-то его не заметила сразу, красавчик. А вот он, Jaguar, ага. XK 140. Класс. Ладно, пупку уже показывать этого не буду. Я так понимаю, что здесь только одни эти ягуары. Ага. Сейчас я повернусь назад. Так, вот это у нас что? Такая интересная эта штука. Изнутри все новое переливается, все серебряное. Это 56-й год. Это Lexus of Orlando выставляет, делает эту выставку. И что это? Тоже Jaguar. Jaguar. И такую машину, конечно, надо показать со всех сторон. Такая сказочка. 1951-53 год. Видимо, она производилась только 3 года. Но это, видимо, собственник этой машины. Ладно, пошли дальше. Так, а это что? Современные ягуары, по всей видимости. Да, Jaguar. Ну, раз я уже здесь, раз они их уже новые продают, я сейчас сразу и цену посмотрю. И цена на эту машину 94 175. Ну, со всеми налогами выйдет 100 тысяч долларов. Как я говорила, налог 6,5% здесь. Ну, плюс там таги и прочее. Так.
Вот еще одна красавица. Ах, какая красавица. Хочется прямо такую потрогать. Ягуар. Все переливается, все блестит. Вот куча фотографий по истории этой машины. Куча всего-всего. Вот это, видимо, собственник сидит. Ай, какая красавица. Это у нас Ягуар 58 года. Вот хозяин Ллойд Гиллеспи. Симпатичный хозяин. Wonderful car! Вот это же он хозяин и есть. Вот его набрать быстренько имя, я его сфотографировала. Его имя набрать в Фейсбуке. Вот, пожалуйста, хозяин Ягуара. Этот Ягуар на сегодня стоит 1200. Вот такая старая марка. И дяденька такой симпатичный. Так, опять начинаем скупки. Это вообще нечто невероятное. И ключи торчат. Ух ты! Ух ты! Ладно, сейчас я уже этот синенький красавец сниму. Дяденька встал, закрыл своей попой. Это у нас Ягуар 61 года. А теперь надо, конечно, показать. Ух ты. Хоть они старые и красивые, но новые, конечно. Это просто сказка. Вау. Just сказка. Ух ты. Маленькая такая, приземленная. И сколько же она стоит? Всего лишь 73 тысячи.